the ocean liner gone so far away. Jillian dreams you so bad. She was the best girl I ever had. She said goodbye, but couldn't make me cry. When I lay down and die, I ain't got a nickel and I ain't got a lose it dime. She don't come back, think I'm gonna lose my mind. Back to stay, it's gonna be another brand new day. Working in my bed down by the San Francisco Bay. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special. Бесконечно. Вы прослушали, кстати, краткое содержание Blues Bear Festival 2015. Это я так шучу. У нас в гостях замечательные ярославские музыканты Станислав Майнугин и Сергей Шишкин. А зачем они к нам пришли? А пусть они сами расскажут. Ну, дело в том, что у нас в этом году как бы юбилейная дата от начала становления в нашем городе блюзового фестиваля, который называется Blues Bear Festival. Вот, в этом году 5-й раз, и он у нас в этом году необычный, будет проходить в 2 дня. Ух ты! 8 и 9 октября. Ну, мы просто решили с Сергеем объединить усилия и расширить как формат мероприятия музыкальный, да, то есть как бы не только сделать узкий такой направленный как бы для ценителей такого раннего блюза, а все, в этот раз будет все, электрический блюз, там, и музыка, которую Джимми Хендрикс играл, и даже мы будем какие-то вещи играть, которые являются такими смешанными на основе блюза, более широкую публику, чтобы привлечь, и решили расширить и географию в том числе, да, у нас в этом году будут гости из США, Big Phil Daddy Blues. Да. Это большой черный парень, я помню его. Да. Вот. У нас всегда даже встают такие сложности, как его привезти физически. Транспортировать неудобно. Транспортировать, да. Вот. Но тем не менее, колоритнейший человек, на самом деле, потрясающий человек. У нас будет блестящий, феерический, неуразимый Леонид Пташка из Израиля, который был в прошлом году пианист. Кате понравилось, да, я помню. Да, это так. Ну, это из таких, из хедлайнеров. А помимо этого будут группы из Санкт-Петербурга, из Москвы, ну и, конечно, ярославцы, потому что, на самом деле, мы наконец-то дожили до того, что вот ярославскую музыку, блюзовую, джазовую, ее как бы не стыдно в таком формате уже даже, пожалуй, европейском представлять. Но сами себя хвалить не будем. Хорошо. Ну что, я думаю, есть у вас какой-то вопрос, который вы хотите задать. У нас же будет розыгрыш в социальных сетях. Давайте, задавайте. Пусть наши зрители и наши подписчики будут думать и будут гадать, чтобы попасть к вам на концерт. Когда в этом году состоится фестиваль? Ух ты! Я знаю, можно. Да, конечно. 8 и 9 октября. Совершенно верно. Все, я иду на блюзовый фестиваль. Катя выиграла уже. Нет, давайте тогда какой-то сложный зададим вопрос. Это шутка, мы зададим сложный вопрос. Мы решили такой, он
Он требует некого такого образовательного усилия. А для того, чтобы на него ответить, проще всего, вот мы с Сергеем обсуждали, посмотреть тот самый культовый фильм «Перекресток», который мы когда-то, ну, может быть, благодаря которому в детстве нас в эту музыку и занесло когда-то. Ну, или, наверное, в твоей ранней молодости, я думаю. Ну, да. Был такой фильм «Перекресток», где играет Стив Вай, да? Ну, я думаю, что любители блюза и поклонники его все смотрели наверняка неоднократно. Да, потом, посмотрев этот фильм, понимаешь, откуда взялась письма. Песня. Ты ушла рано утром. Чижа, вот когда. Очень похожая музыка, да, действительно. Нет, там просто сам сюжет, как бы. Все же, подсказку мы уже дали. Нет, вопрос не такой. В этом этот фильм о поиске одной из песен Роберта Джонсона. Великого. Якобы им записано и утрачено. И утрачено. А вот сколько Роберт Джонсон написал песен, вот реально официально, записал. Потому что он и больше. До нас дошло какое-то количество. Вот в этом фильме они ищут недостающую. И там же говорится, да, сколько, по идее? Ну, то есть надо просто... Я поняла, случайный человек не сможет попасть, ни знаток блюза не сможет попасть на концерт. Тот, кто очень хочет, и Стас мне, я думаю, что подтвердит, и Сергей тоже, кто очень хочет попасть, тот найдет, сколько песен записал Роберт Джонсон, посмотрев фильм «Перекресток». И попадет на замечательный Blues Bear Festival 2015. Ну, отвечать, друзья, нужно в нашей группе ВКонтакте. Там мы обязательно продублируем этот вопрос. И, в общем-то, в комментариях оставляйте свои ответы. Мы обязательно с вами свяжемся и подарим пригласительный билет, верно? Да. У нас в гостях были ярославские музыканты, организаторы Blues Bear Festival Сергей Шишкин и Станислав Майдагин.